президент Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова. Верховный главнокомандующий вооруженными силами заслушал отчет о результатах деятельности Министерства обороны в первом полугодии 2022 года. Руслан Жаксылыков доложил о состоянии боевой готовности армейских подразделений. В настоящее время основные усилия направлены на обучение органов управления и личного состава эффективно действовать в условиях кризисных ситуаций, организовывать взаимодействие с центральными и местными органами власти. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планируемых на второе полугодие текущего года мероприятиях по обеспечению боевой подготовки, включая ряд масштабных учений. Кроме того, военные из Казахстана примут участие в международных армейских играх. Министр обороны отчитался об исполнении поручений главы государства, касающихся развития сил специальных операций, обеспечения безопасного хранения боеприпасов, оснащения армии современными образцами вооружения и военной техники с использованием потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса, совершенствования военной инфраструктуры. Особое внимание было уделено обеспечению безопасности солдат и работе по недопущению неуставных отношений среди военнослужащих. В завершение встречи президент указал на необходимость обеспечения комплексного и системного совершенствования вооруженных сил и поддержания их боеготовности на высоком уровне. Глава государства дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны.